В их руках красные гвоздики и флаги, а в сердце еще живы воспоминания грандиозных парадов и шествий с красными знаменами, символами Октябрьской революции. Речь идет о пожилых людях, пришедших на площадь Ленина 7 ноября. Тех, у кого вся молодость и юность прошла в советские годы, кто до сих пор остается верен коммунистическим идеалам. Для них 7 ноября не просто исторический праздник, а день, который изменил судьбу целого народа. Великий Октябрь, 97-ю годовщину которого мы сегодня отмечаем, так вот дружно, активно, осуществил вековую мечту простых людей об улучшении их жизни. И, конечно же, это именно Октябрьская революция позволила нашему государству установить 8-часовой рабочий день, бесплатное медицинское обслуживание и образование. Были ликвидированы сословия. Это очень важно. Под звуки марша энтузиастов ветераны, представители Коммунистической партии Беларуси, общественных организаций города, БРСМ и просто патриоты возложили цветы к памятнику вождя революции. По словам ветеранов, День Октябрьской революции – главный праздник, который повлиял не только на ход мировой истории, но и на становление белорусской государственности. Октябрьская революция – это создание нового государства, Советского Союза, социалистического типа, которое дало свободу народу, равенство, братство. Ну а для Беларуси особенно, потому что Беларусь получила государственность, самостоятельность. По сути, Беларуси как государства до этого и не было. День 7 ноября носит официальный статус государственного праздника в Беларуси, Киргизии и Приднестровье. Несмотря на то, что сегодня отношение мировой общественности к революции 17 года неоднозначно, этот день связан с социальным переворотом и, безусловно, является одним из крупнейших событий 20 века, требующего глубокого переосмысления.